Девятилетняя Полина старательно ваяет каждую деталь будущей фигурки. Кошка из соленого теста – начало большого творческого пути. Девочка мечтает стать художником. Из всей насыщенной программы отдыха в пансионате предпочтение дает красочному шоу. Мне больше запомнилось, когда шоу «Мыльных пузырей» приезжало. Вчера последний день приезжал. Мне очень понравилось. У Полины тяжелое заболевание. Творчески одаренному ребенку приходится постоянно преодолевать проблемы со здоровьем. В лечебном пансионате она отдыхает впервые. И атмосфера, и процедуры всего за 3 недели дали положительный результат, делится мама Полины. Гостеприимство, в первую очередь гостеприимство. Очень доброй душой всех нас встречали. Процедуры мы проходили все, которые нам назначил врач. Бежали мы туда прям с удовольствием. Вот, ребенку лучше стало, намного лучше стало. Специальную смену в Волжанке организовали для 56 самарских ребят с ограниченными возможностями здоровья. Лечение они проходят бесплатно. В прошлом году муниципальный пансионат отремонтировали, закупили новое медицинское оборудование. Появилась соляная комната с галоингалятором, который распыляет мельчайшие частички натриевой соли, что благотворно влияет на легкие бронхи. Массаж и специальная ванна для опорно-двигательной системы. Причем вместе с детьми здоровье поправляют и их родители. Один из родителей имеет возможность поехать вместе с ребенком и провести здесь 21 день, получить также лечение, отдохнуть от семейных каких-то забот, пообщаться с такими же родителями, получить какой-то опыт. И мы становимся вот на этот период большой семьей. Такой душевный подход – то, что нужно особенным детям. Ребята находят здесь новых друзей и понимают, для них нет невозможных вещей. И даже с непростым диагнозом можно добиться больших успехов. Главное – верить в это самому и чувствовать поддержку окружающих. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.